Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, сегодня мы поиграем в игру, которая называется Ривенгард. Чужак, тревога. Чужак, это священные земли Лучезарного ордена. Ха, больше нет, рыцарь. Негодяй, узри силу света. Атакуйте гоблина. На тебе по башке кувалдой. Атакуйте гоблина еще раз, чтобы победить. Да легко. На. Выкусил свое. Так, друзья мои, первая победа за нами. Поднимитесь на возвышенность, чтобы нанести больше урона. Атакуйте гоблина сверху вниз. Ну давай. Вау, тут сразу убиваем, ребят. Так, это что у нас? Какая-то получается стратежка. Так, поднимитесь еще выше. А теперь разберитесь с этими гоблинами. Ну, конечно, понятно. На-ка тебе. А если еще разок? Здесь почему? Так, короче, смотри. Преимущество у того, кто стоит выше, я заметил. На. Окей. Это наша вторая победа. Ух ты. А это кто такой? Сигрид, что ты нашла? Магистр Арей, гоблины захватили священные руины, сэр. Светотатство, вместе мы их одолеем. Опачки. Так, у нас доступен новый герой, Арей, Лучезарный Орден. Арей, магистр Лучезарного Ордена, способен низвергнуть на своих врагов силу небес. То есть у нас здесь будут с тобой... Ага, точно, вот. Два персонажа. Так, Арей может атаковать на расстоянии. Вот это хорошо. Так, атакуйте гоблина на расстоянии. Ну, давай проверим. Ага, он швыряется молниями. А мы встанем с тобой вот сюда и... На-ка, гоблинок. Мой ход, естественно, мой ход. Слушай, ну пока все довольно легко и просто. Никаких трудностей, нам дают монетки. А я надеюсь, здесь будет какой-нибудь город или еще что-нибудь. Так, шипы останавливают существ на один раунд. Еще существа получают больше урона. Так, иногда лучше позволить врагу подойти поближе. Коснитесь этой кнопки, чтобы пропустить ход. Так, для подтверждения. Прекрасно, самое время разобраться с гоблинами в шипах. То есть они как бы сейчас застряли, получается, да? Ну-ка проверим. Шикарно. Так, как бы нам... А ты достанешь? Блин, я сам попал в эти шипы. Так, ну у нас потихоньку с собой уровень растет. Глупые гоблины, вы пожалеете, что пришли сюда. Сэр, вы в порядке? Лучше не бывает. Внимание! Так, открыта способность цепная молния. Выберите Арея. А теперь выбираете способность. Окей. Сюда, да? Ох, ё-моё. Помните, каждую способность можно использовать лишь раз за бой. Ага. Так, что бы нам с тобой здесь сделать? Может быть, вот этого атаковать? Окей. Ай. Так, ну-ка этого добьем. И вот этого. Так. Ах ты мелкий засранец. На тебе. Так, неплохо, неплохо идем, друзья мои. В принципе, пока ничего не сложно. Так, вы отлично справляетесь. Продолжайте сражаться с гоблинами, чтобы добраться до босса. Понятно. Давайте опробуем способность Сигрид. Здесь показано, с кем придется сразиться. А здесь показано, сколько героев вы можете провести в бой, сложность и общий уровень силы врагов. Коснитесь кнопки Info, чтобы узнать, как получить звезды. Так, бои компании. Победите всех врагов, чтобы выиграть бой и получить награды. Так, в бою пало больше одного героя. Так, в бою пал один герой. Все герои пережили бой, то есть три звезды, да? За каждую полученную звезду вам будет дана единоразовая награда. О как.
Так, зеленый значок показывает, что одному из ваших героев нужно это улучшение. Понял. Ну, а теперь в бой. Хм, давай. Избавьте наши священные руины от своего богохульства. Прочь! Атакуйте вместе! Всех ей не победить! Эх вы, гоблины мелкие. Молот правосудия, избавь меня от опасности! Сигрид окружена. Используйте ее новую способность, чтобы поразить всех врагов рядом. Молот правосудия, ну давай проверим. Коснитесь еще. Давайте покончим с ними. Выберите Арея. Так, цепной молнии. А, я теперь понял, что это будет, ребята. Все, вдвоем то они, конечно, тут хорошо отжигают. Помните, что каждую способность можно лишь, понятно, один раз использовать. Так, уведите Арея от гоблина подальше, чтобы нанести больше урона. Да? Ну давай. На тебе. Да ну, сейчас еще. Бабах. Успеем добить? Нет, не успели. Тихо-тихо-тихо. Шикарно. Блестящая победа, Сигрид. Вы сражаетесь с силой самого света. Молот правосудия находится в надежных руках. Идемте, вместе мы победим. Вместе мы, конечно, победим. Так, друзья мои, вот это нужно нам было для улучшения. Продолжить. А как мы будем улучшать наших персонажей? Вы обнаружили улучшение. Давайте отдадим его Сигрид. Так, а вот Сигрид. Угу, коснитесь улучшения. Так, это улучшение увеличивает здоровье героя. Понятно. Плюс 6 единиц, да? Примите улучшение, чтобы повысить здоровье Сигрид. Применяем. Так, улучшение увеличивает уровень силы героя. Так, сражайтесь чаще, чтобы получать больше улучшений. По мере прохождения вы откроете множество режимов игры. Пока что давайте вернемся к кампании. Древние руины, это у нас первая с тобой глава идет. Собирайте звезды за победой в боях, чтобы получить грандиозные награды. Ага, давайте используем дополнительное здоровье с пользой. Это как? В бой просто, да? Что это у нас такое за энд? Так, слушай, тут их как-то многовато. Блин, я боюсь, меня там завалят. Давай-ка, наверное, где-нибудь здесь в узеньком месте с тобой постоим. Ага, 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 все, я понял. Так, а теперь, наверное, мы лучше с тобой сделаем. А вот это что такое у нас? А, ну это основная его атака, да? Дай-ка я вот так вот применю. Поехали. Ух, шикарно. Так, этого увольнем. Так, 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 Сигрид, Сигрид, Сигрид. А если мы молот с тобой применим? Неплохо. Добивка. Так, Сигрид у меня выживет. Уничтожаем. Отлично. Ну что же, очередная победа. Так, у нас тут какая-то морковь и шипы. А ведь это можно куда-то, ребята, применить. Так, опять на 3 звездочки, да? Дай-ка я гляну. Ох, а тут героев-то, ё-моё, ты посмотри. Королевство за стеной, рифники, шаразарские купцы, убывающая луна, лазурная башня. А у меня пока лучезарный орден. Так, я могу его улучшить. Ну-ка. Применить. Ага, мы получаем 4 здоровья. Окей. Слушай, а вот это что такое? Первый враг, который нанесет Арею урон в ближнем бою, каждый ход будет получать от 14 до 26 единиц урона. Нифига себе. Хе-хе-хе. Классно. А, тут еще и шмотки можно будет потом одевать. У-у-у. Так, ну-ка, что у нас здесь? Сигрид, давай-ка мы поставим тебе шипы. Урон плюс 3. И здоровье. Норм. Так, ну что, возвращаемся в компанию. 8-й месяц. Ага, на 15 уровне, друзья мои, нас ждет вот этот энд. Гигантский.
Вот оно как тут получается. Потом у нас будет глава вторая, да? Понял. Пока мы с тобой проходим главу первую. Ну что, тут, ребята, обычные гоблины. Опа. Сэр Матео. Сэр Матео чтит память своих бывших братьев. Он немногословный рыцарь с остальным взглядом. То есть мы получим либо героя, либо карточку. Что-то одно из двух. Ну, давай посмотрим. Так, заросли дают защиту. В них существа получают на 50% меньше урона. Так, слушай, нам тогда выгоднее, чтобы они вышли к нам сюда. Верно же? Ну-ка. Пускай идут. Ах ты, гаденыш, это плохо. Они бросаются, друзья мои. Ну-ка, если я вот так сделаю. Минус, сразу же. Наверное, вот сюда встать нам надо, да? И бомбануть. Вот так вот. Да ты запарил, а? Гори. Вот так вот. Ну все, этому гоблину крышка. По-моему, хорошо получилось, да? Так, у нас скоро получится уровень здесь. Продолжить. Приветствую, сэр Матео. Ты пойдешь с нами, брат? А он немногословный. Говори, рыцарь, враги на подходе. Кивает. Соглашается, короче. Ух ты, ё-моё. Лучезарный орден. Это мы уже читали, да? Так, он что, действительно будет на коняшке? А в чем у него преимущество, друзья? Сейчас узнаем. Так, ну что, 9-я миссия. Тут у нас монетка какая-то. В бой. Интересно, он действительно будет на лошади? Точно. Так, с помощью своей способности сэр Матео призывает двух эфирных рыцарей. Призванные существа автоматически двигаются и атакуют. Ты понял? Так, выбираем сэра Матео. Теперь его способность. И коснемся гоблина. Ё-парсете. Слушай, ну это имба. Подсказка. Чем больше ходов вы оттягиваете призыв эфирных паладинов, тем больше у них здоровья. Ага, вот он даже как. Зачем ты сюда поднялся, а? Дурачок ты местного разлива. Давай вот так вот сделаем. На-ка. Тихо ты. Вот бомбите лучше. Ай, я про этих-то совсем забыл. Слушай, ну эти эфирные рыцари вообще имба. Так, а ты сам-то сам по себе можешь? Что-то атака не особо у тебя хорошая. Или эти гоблины очень сильные? Ну-ка. Прекрасно. Тихо-тихо, мне главное, чтобы... Ну тут великолепно. Давай добьем. Ага, добил аж 20 раз. А если так? Да ну. Слушай, по-моему, враги стали сильнее, крепче. Блин, да когда же мы с тобой уровень-то получим? Слушай, мы получили с тобой, по-моему, монетку, да, какую-то? Давай-ка посмотрим. Ага, мы можем потратить сюда. Давай, наверное, здесь. Вот она, монета, да? Медная монета с черепом. Урон плюс 2. Применяем. А сюда что можно воткнуть? А, у нас еще одна монета есть. Окей. Так, это магический урон, ребят, повышается. В принципе, магический урон — это очень даже круто. Ну что, двигаемся с тобой дальше. 10 уровень. Опа, это еще кто такой? Белка-жрец. Это маг. Это маг. Дополнительный урон классу. Ага. Ну, нам не страшно, всего лишь 25%. А вот если бы у нас были вот эти вот, по полтинничку, это было бы, конечно, бобо. Ну что ж, давай посмотрим. Всадники могут проходить через шипы без остановки. Вот это круто. Вот это действительно круто. Блин, я вот этого мага боюсь. Ну-ка, давай-ка, наверное, вызовем. Вот так вот. На! Так, а если сюда поближе встану? Блин, не хочу я в шипы-то прям вставать, а, ребят? Ух ты! Ты гляди-ка, а, какой шустрый маг. Давай-ка мы вот так вот бомбанем сюда. В плане, подожди, я не понял. Угу, ему нужно было подойти поближе. А меня шипы задерживают, да, получается?
Надо будет, ребята, это учесть. Так, смотри, новый уровень мы получили с тобой. Продолжить. Мы сейчас этот листочек оденем. Наверное, я рыцарь. Мне он понравился, этот рыцарь. Довольно крутой. У него вторая способность, но непонятно, когда она откроется. Когда она там откроется? Когда-то, да, откроется. Так, что сюда мы можем одеть? А, мы можем прокачать. Оу. Слушай, мы прокачали молот правосудия. Отлично. Ну что? Блин, что-то тут врагов много стало. Смотри-ка там, как прикольно все смотрится. То есть этот рыцарь может спокойно проходить, да? Но если я, например, встану вот сюда, вызову эфирных рыцарей сзади. На, блин. Как же быть-то? Ну давай сюда, фиг с ним. Еще разок. На-ка. Ай. Блин, одного эфирного рыцаря завалили все-таки, да? Это посмотри на них. На тебе. Получи. Так, вот этот вот у нас, да, остался? Ну, мы с ним сейчас... Ага. Нет, мы с ним не разберемся. Это только если... Маг нам поможет, но он до туда не может достать, ребят. Так, пропускаем ход. Все-таки добил, а? Все-таки добил. На. По шеям надавали, короче, ребята, моему. Так, курицу. Наверное, кому-то сможем ХП, да? Увеличить. Скорее всего, так. А ну-ка. Ну да, здоровье 3 единицы. Поехали. Ну, тут просто гоблины, ничего страшного здесь нету. В ближнем бою, я думаю, мы с ними вообще разберемся на изи. Так, у некоторых существ есть броня. Она поглощает 50% урона, пока не пропадет. Помните, маги игнорируют броню. Я понял намек. Я намек прекрасно понял. Встану-ка я сюда. А, ну-ка. Обожаю эту цепную молнию. Ты смотри, что творят, а? А ну-ка, врежем-ка им. Так, а ты вызывай-ка эфирных своих. На, вон у них броня, видишь, внизу. Да, что-то как-то... Что-то мы как-то слабину с тобой даем. Добьем? Добили. Да, нам нужно как бы, наверное, побольше рыцарей все-таки. Нет, маги, может быть, и пробивает броню, но дело в том, что урон маленький. Так, вы нашли первый жетон призыва. Давайте его используем. Давай. Призвать. И кто? Кто у нас тут будет? Йоу. Ух ты, коснитесь, чтобы открыть. Здорово, ребят. Так, это обычный герой Монти из нашего же ордена. За сарказмом Монти скрывает свое желание быть лучшим. Он бросит вызов любому, чтобы проявить себя. Не сомневайся. Добро пожаловать, благородный лучник. Мне казалось, ты будешь выше? Старше? Эй, других героев у меня для тебя нет. Но я именно тот герой, который тебе нужен. Давайте опробуем способность Моти. Да с удовольствием, ребят. Нисколечко не возражаю. Ух ты. На ящере таком. Так, ну что, выберите Монти. Выбираем. Так, способность. Ну и что же делает это? Так, подожди, а, вот сюда. Отбрасывает цель на одну клетку назад и наносит урон в размере 50% от ее текущего запаса здоровья, вплоть до 55 единиц урона. Игнорирует тоже броню. Хо-хоу. Слушай-ка. Так это имба.
Почти что. Ну-ка, давай-ка так сделаем. Цепнуху, наверное, мы с тобой, да, сейчас применим. Это будет оптимально для нас. Отлично. Так, ну а ты... Вот так вот. Замечательно. Так, Монти, ты готов? Монти всегда готов. Самое мне, что нравится, что он бомбит издалека. Вот это вот то, что нужно. Подожди, 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 у нас же маги здесь есть, блин. Ага. Ай, тихо, не убейте, блин. Слушай, по-моему, они хотят уничтожить. Так, добьем. Бомбит он, конечно, божественно. Издалека прям, на тебе. Все. Разобрались. Да неужели? Неужели он получил у меня второй уровень? Сейчас начнем прокачивать его, да? Прокачивать, что тут? Ну, конечно, конечно. Улучшаем ему магически вот эту вот цепную. Тихо, подожди, я еще не все закончил. Вот, у Монти. Урон плюс 3. И здоровье плюс 5. Ну, я думаю, что это неплохо, ребята. Так, секунду. Там что-то у нас было. Забрать. И 150 монет. 25 гемов. Какой-то осколок. Перчатка. 3 карточки на героя. 5 карточек на героя. Оу. Так, а что я могу... Для чего мне нужны гемы? Пока непонятно. Хорошо. Может быть, потом что-то откроется у нас. Ну что, мы с тобой, наверное, отправимся-ка в бой. Скоро уже босс будет. Уровень сложности 2 черепка. В начале хода исцеляющие клетки частично восстанавливают героям здоровье. Это вот эти клеточки, да? Ага, я понял. Ну, проверим. Проверил, блин. На-ка. Добивку. Так, цепнуху, цепнуху надо нам сделать с тобой. Попробуем. Ой, как хорошо-то, а, зарядил. Прям великолепненько, да? Да тихо ты. Слушай, хиляет. Действительно хиляет, ребята. Влупляем. Так, это уберем отсюда. Достал он. На-ка. А, ну Макс магом, конечно, будет. Хотя нет, вырубил. Ха. Опа, это еще что-то такое. Это, знаешь, как фехтовальщики в свое время надевали вот эту броню. Так, приветственная акция. Слушай, давай-ка мы без акций как-нибудь так, своими силами. Что тут у нас? Вот. А, это броня. Ну, броня, конечно, для Сигрид это самое то. Тут не поспоришь. А вот, судя по всему, и босс. Валун его звать. Способность каменная форма, а таланты громадина. Оу. Громадина, говорят. В чем дело? Еще гоблины? Ого, это не гоблин, совсем не гоблин. Валун, крушить. Уровень с боссом. У валуна есть свойство, громадина. То есть его нельзя сдвинуть с места способностями. Способность Монти Священный Залп не сможет оттолкнуть валуна, но все равно нанесет большой урон, используйте ее с умом. Так... Что-то мне подсказывает, что мне надо поставить вот сюда Сигрид на исцеляющую клетку. Монти я поставлю сюда и будем его поджидать. Ага. Надо убрать вот этих вот всех приспешников, я думаю, ребят. На-ка. Цепную будем применять? Наверное, будем. Или не будем пока? Наверное, лучше вот так сделать нам. Не, давай вот на него. Давай, пумс, пумс, нормуль. А я пока разберусь вот с этими хлыщами. На тебе.
Ух, ё. Ну куда ж ты переключился-то, господи? На, пробили. Уничтожили. Так, подожди, сколько у нас... Ну, здоровье еще есть. Фига у него там. Так, он уничтожил рыцаря эфирного. Но это и хорошо, ребята. Лучше пускай... На тебе. Попробуем сейчас... Блин, я на самом деле не так хотел. Окей. Бум. Хорошо, что маг у меня на отхиле стоит. Ну-ка. Отлично. А что если мы с залпом сейчас по нему, а? 24 хп отняли. Так, давай-ка цепную. И остается добить. На тебе, валун. Да, ребята, мы его победили. Ух ты. Вот это сражение. Вы отлично сражались. Ханна, нам нужен целитель. Правда? Ура! Чего же мы ждем? Вперед! Слушай, мы с тобой получили целительницу. Вместо обычных атак она может лечить союзников. Ох ты. Это, по-моему, последний герой из лучезарных. Неунывающая и веселая Ханна живет полной жизнью, но прячет тень в своем сердце. Вот так вот. Что-то ее гнобит. Так, продолжайте сражаться с валуном, чтобы получить достаточно осколков и открыть его. Теперь, когда он побежден, вы можете найти его осколки еще и в портале призыва. Кстати, вы нашли новый жетон. Давай, это у нас, ребята, жетон призыва. Посмотрим. Итак, кто? Ага, понял. Так, я здесь карточек на арее получил, да? Они нужны для повышения, ну это понятно. Выбираем. И повышаем. Он у меня только первую звезду получил, друзья. Так, каждая звезда добавляет 20% бонусу к здоровью, к урону и броне. Вот оно что. Так, открытие и улучшение героев повышает ваш уровень силы. Вы можете узнать свой уровень силы на главном экране. Теперь вы можете достигнуть второго уровня силы. Да? Опа. Наградочки. Опять жетон призыва мы получили. Так, мне стали доступны задания. Каждый день появляются новые задания. Выполняйте их и получайте щедрые награды. Ого. Так, бонус за ежедневный вход. Забираем. Так, у меня здесь, по-моему, есть монета призыва. Жетон, точнее. Где, где? Вот он. Так, смотрим, что нам здесь выпадет. Ну-ка. Ага. Так, призвать снова. Нет, не надо. Мне пока этого будет достаточно. А что я еще могу здесь сделать? Смотри. Погоди секунду. Бесплатно. Хопа, 250 монеточек вырубил. Так, мы можем здесь... О, отлично. Так, здесь повысить Монти, конечно же, ребят. Конечно же. Слушай, ну неплохо. Плюс 7 к здоровью, плюс 3 к физическому урону. Это классно. Так, у нас тут входящие. Забрать 200 гемов. И новая, ребята, карта. Древние руины. А, так это до сих пор еще будет. Это вот все первая глава, прикинь. Вторая глава начнется. И я думаю, тут нам долго веселиться придется. Слушайте, давайте, знаете что? Наверное, мы с тобой на этой ноте закончим эту серию. Если тебе понравилась игра, ты можешь об этом написать в комментарии, поставить лайкосик. И мы с тобой увидимся тогда во второй серии по этой игре. Ну а на этом будем закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.